и количество согласительных процедур строительства в энергетической инфраструктуре. При регистрации права собственности юридических лиц, расширение перечня услуг, предоставляемых в электронном виде, снижение административного давления со стороны контрольно-надзорных органов, поддержка малого и среднего бизнеса. Ставлю задачу к 2021 году уменьшить количество проверок в два раза, одновременно повысив качество контроля на основе применения риск-ориентированного подхода. Следует активно внедрять в работу информационные системы, позволяющие проводить контрольно-надзорные мероприятия без непосредственного контакта инспектора и поднадзорного субъекта.